нет. Когда ты покупаешь томатную пасту там, или еще что-то такое, оно... Перебивает вкус. Какие там ингредиенты, неизвестно. А тут взял помидорину. Его в блендер. Это настоящий, да. Это уже все настоящее. Это все правильно. Я вот половину помидор, как говорится, заквасил сюда, чтобы там они были. Ну, через блендер. Ну, да, а остальные так это вот. Ты поймал ее, да? А? Да, я наворовался. Меня взяли, заткнули, закрыли. В Ютубе? ВКонтакте? В Ютубе. В Ютубе? Да. Там могут. Они такие нехорошие. Кустов хорошо скопанный. Кого не попробуй, все дашь. Ну, глаза на меня подними. А что так, специальные? Глаза под дроном. Очки подожди. Нормально. Через фотошоп сними. Ну, а теперь позируй. Там, где я что делаю? Ех, нифига себе. А что у вас на плечах? Сейчас как... Да. Топорик пущу одно енот, место. Енот, скажи, у меня на плечах. Ты видео снимаешь? Видео. Класс. И главный рис в кадре тоже. Да ты что, красавец. Так. Ну что, за оленем смотри, следует... сколько полешек нарубил Гоша. Вон сколько за день нарубил. Оленевод. Там дровешки. Товарищ оленевод просит вас туда. Это когда просто будет огонь. Горжетку. Игорь, вот запечатли, посмотри, какая красота. Сейчас запечатлю. Да какая разница, вчера делали. Ну, вчера. Когда нужно, тогда и делаю. А вы капусту не высаживаете, да? Она там рядом в рассаднике. Все, ты что-то долго. Он уже устал. Мне уже страшно, блин. Что это такое страшно? На таком пеньке страшно. А его и то скили, даже убрали, блин. Вот, ну, он, видишь, человек новый дом купил. Тут матраска жила, теперь какой-то хрен с рюкзаком пришел, блядь, за 80.